съездил, купил вот такой вот топливный фильтр. Сейчас это у нас будет стоять на Лексе взамен всего того, что мы до этого ставили. Степень очистки до 10 микрон частички фильтрует и прокачивает 60 литров в минуту. Два насоса у нас по 400 литров должны прокачивать минимум 13. Капец, как будет чистить. Самое главное, что наши форсы, инжектор Dynamics, будут, я думаю, жить долго благодаря этому. Я сейчас съездил, купил масло для коробки в Навару, потому что в дороге она у нас прихворала и в антифриз даванула масло из АКПП. Поэтому сегодня будем менять радик и замену жидкости. Обслуживаем Варвару. Че, эмульсию уже видно, нет? Не, еще нету эмульсии. Повезло, что коробка выжила и туда антифриз, короче, не попал. А вот и эмульсия пошла. Хорошо, что это случилось рядом с домом уже. Санек продолжает бороться, промывать систему. Взял какую-то прибуду. Мне кажется, у нас беды. Самогон такими варили. Мы использовали, по крайней мере. Все промыли, стала песня. Масло в коробке поменяли, как новое. Короче, сейчас едем до Санька, Алекс Дюс. Отвозим ему материал для новых видео. Ну-ка, зацените. Турботаз радует глаз. Ну-ка, давай, чувак, на турбу выходи. Давай, поехали. Ну, давай, чувак, тыкай уже. По коробке давай. Где турбо? Турбо давай!